Вот такой завтрак у меня сейчас будет. Я покупала киту холодного копчения, масло 82,5% и черный хлеб зерновой. И кофе 3 в одном. А натуральный я не пью. Что, кофеечек, бутерброд с рыбкой, масло. Масло — это необходимые жиры. И черный хлеб — это углеводы. Вот тебе белок, жиры и углеводы. И кофе 3 в одном. На обед я хочу сварить смесь из капусты романеска, пожалуйста, сама не знала. Цветная капуста, брокколи и морковь. Сейчас 15 минут отвариваем, немножко воды, совсем немножко. А вот, собственно, и сам здоровый, вкусный, полноценный обед. Так, ну состав получается: куриный бульон, который я отвариваю заранее. Гречка тоже отваренная заранее, все по отдельным кастрюлькам. И овощи. Это были замороженные овощи, я их отварила в течение 15 минут. И все вместе соединяю, получается суп. А это салат с помидор, с сыром моцарелла, лук, что там, оливки, черным перчиком, без соли, без масла, потому что жира и так хватает в яйцах, в желтках. Очень вкусненько, очень полезненько и легко.